говоримо про справи щодо табору «Вікторія». Проходимо до нашої великої студії, де вже на мене чекають гості. Будемо говорити, зокрема, про дві справи. І зеркально по цих двох справах були написані дві статті. Сьогодні до нас завітала, до речі, авторка цих статей. Це Тетяна Герасимова. Вітаю, журналістка. Доброго вечора. Додадуть до її фахової думки і свої знання і по ситуації, і по справах. Також Микола Стоянов, адвокат потерпілих при пожежі дітей. Вітаю, Василь Владислав Балінський, голова громадської організації «Зелений лист». Тож, долучаємо і наших глядачів через інтерактив. Питаємо про таке, хто має відповісти за трагедію Вікторії. Два варіанти відповіді. Керівництво міста або працівники табору, як виявляється, сьогодні йдеться саме про, ну, переважно про працівників, які на лавах підсудних опинилися. Говоримо про дві справи. Тетяно, до вас питання. Перша справа стосується пана Саркісяна, директора табору «Вікторія», і там же йдеться про славнозвісний кип'ятильник, який нібито став причиною пожежі. І друга справа – це та справа, яка стосується, власне, людей, що ремонтували, будували і вогнезахисний шар наносили. І у цій справі фігурує скандальне приватне підприємство «Моноліт», скандально відома родина Резнікових. По двох справах ви написали нові статті, тому що виявили нестиковки і виявили непорозуміння у ході справ. Так? Ну, не совсем так. Я просто как судебный монитор, я взяла сейчас под мониторинг вот это дело, касающееся хищений во время реконструкции лагеря. Угу. Дело было начато еще в 2015 году. Оно лежало... Тобто до трагедии вас? Да, да, еще до трагедии. Оно не расследовалось. Его начали расследовать действительно уже после того, как случился пожар, как погибли дети. И к годовщине пожара в прошлом году подозрения предъявили Станиславу Чернышову. То есть это кто? Это руководитель компании, которая называется «Стройсоцстандарт развития». Станислав Чернышов. Да. 23 роки ему, так это ему 23, тоді було, тогда, на той момент, сейчас ему 25. Сейчас он уже судебный процесс в Приморском суде идет, уже рассматривается обвинительный акт. И меня удивило другое, почему он, а остальные где? Где Резников, где Светлана Донченко, руководитель фирмы «Югстрой», которая выиграла тендер на реконструкцию лагеря. Под видом реконструкции там фактически вот возвели эти четыре корпуса деревянные. И я долго копалась и пришла к такому выводу, что вот этот эпизод относительно Станислава Чернышова выделили в отдельный эпизод и для того, чтобы, так сказать, вот было судебное дело, чтобы можно было сказать общественностью, ну вот же у нас идет процесс. Самые главные фигуранты, они остались за кулисами. А фигуранты такие, вот в одном из судебных решений следственного судьи четко здесь прорисован, как это правильно юридическим языком, фабула. Значит, что изначально дело, конечные цифры 1799, было начато 10 декабря 2015 года по факту составления должностными лицами ООО «Юг Укрстрой» и ООО «Монолит» заведомо ложных официальных документов и по факту, что служебные лица, вот «Югстрой» и «Монолит», ООО «Стандарт Розвиток» Чернышов, вступив в сговор со служебными лицами Управления капитального строительства Одесского городского совета, в период времени с июля 15 по июль 16 во время проведения реконструкции лагеря «Виктория» присвоили и растратили бюджетные денежные средства, которые были выделены для проведения указанных работ.
Тобто з трьох компаній, які керівники яких мали опинитися на лаві підсудних, опинився тільки один керівник однієї компанії. З трьох компаній із одного муніципального департаменту капітального будівництва. Тут чітко говориться, вступив в зговор зі служебними лицами. Тобто вони, вот этот вот тендер, на котором они разыграли якобы, что они конкуренты, «Монолит» Резникова, да, «Монолит» и «Укрстрой», а был предметом расследования госфининспекции, и которая установила, что это был сговор, что было нарушение тендерного законодательства, и порекомендовали. И это укладено в основу цієї справи. Потом. Но сначала была рекомендация Одесскому городскому совету результаты тендера скасувати. Естественно, ничего скасовано не было. В это время уже домики начали строиться. А как мы помним, это было еще расследование наше полтора года назад. Первое проводила Лена Чернышова, журналист нашего центра. Она установила, что декларация о готовности домиков, о вводу их в эксплуатацию, и декларация о начале строительства датируется одним числом. 15 мая 2017 года. То есть уже после пожара. Понимаете, уже домики работали. Тетяна, правильно я розумію? Якщо до фінінспекції тоді мерські служби дослухалися до трагедії, можна було уникнути? Звісно. Звісно. Тобто ще у 15-му році можна було виправити цю ситуацію? Розуміється. Разумеется. Но если бы изначально все вообще делалось по закону, если бы не было вот этих махинаций с декларациями, если бы это же на самом деле это вообще значилось как не как строительство, а как реконструкция. Зачем вот это вот все химичили? Почему нельзя было сразу? Мы сносим, там были какие-то ветхие строения, мы их сносим, строим домики. Но дальше вот начались махинации, и уже на стадии организации строительства, а потом уже само строительство, которое проходило с колоссальными нарушениями, о чем Владислав Балинский, он сделал общественное расследование буквально вот в тот же день, когда произошло это все, и он установил огромное количество нарушений. Мы про це трохи пізніше поговоримо. Щодо цієї справи, у мене до Миколи є питання. Відповідачем, хто є і хто є, власне, іншою стороною? Тому що я знаю, що батьки у цій справі хотіли, щоб їх долучили теж до процесу, але цього не сталося. Чому? Ну, я, во-первых, сразу же хочу разделить, да? Я представляю исключительно интересы тех детей, которые, слава богу, уцелели в том пожаре. А если вы говорите о последнем решении... Але вони теж постраждала сторона. Безусловно. И мы также инициировали вопрос о получении процессуального статуса потерпевших в этом производстве от 2015 года. Давайте его коротко назвать о расхищении средств при фактически новом строительстве. Однако добиться этого процессуального статуса нам не удалось. В очередной, уже многократно повторяем одно и то же, схема работы со стороны правоохранителей одна и та же. Со стороны правоохранителей я имею в виду это соответствующая областная прокуратура и следственное управление ГУНП в Одесской области. Подход один и тот же. Максимально ограничить участие родителей, потерпевших детей в любых досудебных расследованиях, то есть уголовных делах, которые надроблены по этому факту, или как прямо или косвенно связаны с этой трагедией. И если раньше это касалось в большей степени детей, пострадавших, но уцелевших в пожаре, то вот недавнее решение Приморского суда, оно уже касалось непосредственно отказа в предоставлении процессуального статуса потерпевших для родителей погибших детей. Для чего это делается? Безусловно, для того, чтобы не было определенного доступа к материалам. Для того, чтобы, соответственно, не могли публиковать в открытом доступе те документы, которым оценку могут дать абсолютно все жители нашей страны, и в особенности Одещины. Ну и безусловно... Тобто вважалося, що батьки будуть публікувати ці дані? Но если они имеют соответствующий статус, то они не лишены такой возможности доступа к материалам. Ведь, по сути дела, мы никогда не преследовали своей целью, я говорю сейчас о детях малолетних, несовершеннолетних, уцелевших в пожаре, не было целью, по сути, основной, это получение какой-то компенсации
Основная цель, которая ставилась родителями этих детей, это добиться, достучаться до того, что на самом деле произошло и что выступило причиной, по сути дела, вот той трагедии, которая случилась в сентябре 2017 года. И, к сожалению, те акценты, которые на сегодняшний момент вы сами, собственно говоря, упомянули, я когда беседую с кем-то из обывателей, которые не касаются дела Виктории, кроме как и средств массовой информации или личных бесед, например, с участниками процесса. Для большинства из них на сегодняшний момент трагедия Виктории, а это вот там, где вот она, художественная руководительница, кипятильник забыла выключить. И, к сожалению, акценты в обществе смещены именно в эту сторону. Мы же пытаемся более глубоко, глубинно посмотреть на эту проблематику. Я не могу не видеть зловещую тенденцию. Обратите внимание, 3 достаточно серьезных резонансных пожара в Одессе. Вначале это смерть 3 детей, в дальнейшем это смерть большего количества пациентов психиатрической клиники, и, наконец... И Токио. Токио, и если мы посмотрим даже о количестве погибших, но это не может не пугать. И когда мы говорим о Виктории, и спасибо вам, что вы приглашаете нас в студию и не даете этой тематике, по сути дела, свестись на ноль, то мы говорим о системности тех проблем, которые свойственны не только пожару в Виктории. А, конечно же, основная проблематика — это подход городской власти, в том числе, к вопросам контролирования расходования средств, контролирования соблюдения правил и стандартов в сфере противопожарной безопасности. И системность именно этих проблем высказывает необходимость активного участия не только родителей, погибших или пострадавших детей, но и широкой общественности. Однако на сегодняшний момент взят четкий курс на то, чтобы ограничить участие пострадавших детей и их представителей в процессе. Вначале нам отказывали, я напомню, просто коротко, нам отказали в статусе потерпевших по делу по обвинению МЧСников, нам отказали в статусе потерпевших по делу по обвинению заместителя мэра, госпожи Цверенько. И, наконец, еще в рамках досудебного расследования мы не смогли получить статус потерпевших в рамках вот дела по расхищению средств. Сегодня это коснулось уже непосредственно родителей погибших детей. Однозначно усматривается линия, однозначно мы таким образом сталкиваемся не только с тем, что городская власть противодействует нам, но и однозначно мы говорим о том, что правоохранительная и судебная система области обслуживает в этой части інтереси городской власти. Дякую, Миколо. Владиславе, щодо все ж таки залучення чиновників мерії до відповідальності. Тобто сьогодні ми кажемо про те, що, ну, по-перше, не притягнуто остаточно нікого. Пані Цвірінько проходить по справі, вона єдина, так виходить? Ну, получается, что была притянута молодая девочка Янчик, и она уже понесла наказание. Условно, да, но фактически это было первым решением. И вот это то, о чем... Единственным. Да, единственным. Это то, о чем говорил Николай. Что, дуже швиденько ця, да, справа там пішла свого часу. Ну, то, что принимаются даже органами следствия, такие популистские решения, которые направлены не на то, чтобы найти виновных, по сути, да, не на то, чтобы объяснить и избежать в дальнейшем развития подобных ситуаций, а принимаются популистские решения для того, чтобы просто кинуть кость людям и сделать вид, что все нормально. Поэтому... Именно поэтому, ну, по моему мнению, такие, это действительно резонансные такие статьи, которые показывают, что на самом деле это следствие коррупции. И более того, коррупция не просто в словах общественников, допустим, а есть аргументация очевидная следственных органов, досудебного расследования, и она конкретно описана, в каких действиях она выражалась. А уже я, к примеру, как химик, как эксперт, пусть эта экспертиза, путь легитимизации ее несколько иной, но по факту никто же не может на белое сказать черное. И мы знаем этот путь легитимизации, мы его проходили уже неоднократно вот с Татьяной. Но мы же видели, что, во-первых, обработка не проводилась должным образом.
мы видели, что стоимость пожарной сигнализации всей, она составляла сумму в сотню раз меньше, чем, которая указана в документации. Мы видели, что, по сути, были допущены такие ошибки планировочные, еще на уровне проектирования этих зданий, которые даже специалисту любому могли сказать о большой опасности. Более того, на эту опасность уже обращали внимание. Понимаете, тут же системность в чем? В том, что Одесский горсовет, он в принципе использует эти механизмы не только здесь. Это и Одесскоммунэкология при ремонте колоннады Бельведера и при ремонте Воронцовского дворца, все же направлено на воровство бюджетных средств, средств громады. Но в данном случае это привело к такой вот трагедии. И я вам хочу сказать, что сейчас только в результате общественности, вот такой работы непосильной, и в результате гражданской позиции, вот в частности Николая Стоянова, большое ему спасибо за то, что он помогает родителям пострадавших детей. Это действительно большая работа. Только в результате этого удается, и вот вашей помощи, я имею в виду журналистов, как-то эту проблему поднимать, потому что дальше борьба в судах, мы видим, что не всегда эти решения принимаются в законный способ. Всегда есть, знаете, какое-то давление. И мы, очевидно, видим это давление по присутствию псевдообщественных организаций, типа ГФ, такого силового толка. И их много. Они давят физически, давят морально, по СМИ давлению и так далее. То есть все это система, которая направлена на воровство средств и которая подчеркивает, что жизнь человека в Одессе вона нічого не стоїть для цієї машини. Ну, от щодо кип'ятильнику, все ж таки повернемося до другої справи, так? До другого судового судових слухань. Ви були на місці трагедії, ви робили громадську експертизу, але ж там виявляються, паралельно ж йшли офіційні експертизи, звісно ж, там виявляється дуже багато вспливло таких цікавих фактів, як це відбувалося. С пошуку кипятильнику, я маю на увазі. Да, знаете, я не хочу даже обсуждать, я имею в виду процессуальные вещи, процессуального характера, потому что есть процедура, процедура изъятия этих улик, процедура оформления, она, конечно же, соблюдена не была. И точно так же, как когда выгодно было вот эту молодую девочку привлечь к ответственности. Почему? Потому что, как бы она получила условный срок, и ничего такого страшного для нее вроде бы не случилось. Точно так также город и господин Саркисян крайне заинтересованы найти простое решение сложной задачи. То есть вот кипятильник, вот виновный, все просто, да? Точно так же, таким же путем шли и ГСЧС органы, когда выдавали свою экспертизу, когда получили денег, противопожарная безопасность, да, провели обработку, отлично. Вот. Но так не бывает. И конечно же, при осмотре никакого кипятильника не находил, это раз. Второе. Да если был кипятильник, допустим, но он же не просто должен лежать, там же нашли не один кипятильник, их было четыре. Этот кипятильник должен был быть воткнут в розетку. Раз он воткнут в розетку, значит, есть шлейфы кабелей, кабели не горят, горит изоляция, которые в конечном итоге по этим кабелям, ведь пожаротехники, они так и идут, они находят один провод, и по ним идут к дозе, от дозы к розетке, и находится каждая розетка. Если этот кипятильник был воткнут в розетку, значит, обойма кипятильника, она латунная, как правило, либо стальная, она в любом случае остается в розетке. Это все фиксируется, и все, это доказательство стопроцентное. Понимаете, если этого нет, но нашли там кипятильник или нашли там 10 кипятильников, какие-то эксперты заявляют и так далее. Но это все, знаете, пустые разговоры, это все фейк. Ну, щодо кипятильнику, є рішення, висновок Державного науково-дослідного центру МВС, що він не міг в будь-якому разі стати причиною. І попри це, Тетяно, все ж таки цю версію намагаються підтягнути досі, так, у суді? Ну, Влад уже об'яснив, чому. Просто, знаете, вот когда ты сидишь в суде из заседания в заседание и сопоставляешь то, что ты услышала вчера, и то, что ты услышала там полгода назад, и ты складываешь этот пазл,
Картина получается совершенно феерическая. Так вот, пазл с кипятильником складывался следующим образом. 19 сентября, да, через 3 или 4 дня после этого, по показаниям одного из вожатых лагеря, который он давал в суде, его и другого вожатого вызвали и сказали: идите на пожарище и будете там искать. Будете просеивать лопатами и так далее, и так далее. И они начали. Там же появилась еще одна представительница этого лагеря. И в этот момент вдруг они обнаруживают кипятильник. То есть они его обнаружили, или он там появился после того, как там появилась представительница, так сказать, лагеря. Вот. Никаких следователей рядом нет. То есть это чистая самодеятельность. Никакого процессуального статуса у этих действий нет. То есть это все незаконно. Но при этом там находится один из адвокатов господина Саркисяна. Потом туда вызывают следственно-оперативную группу. И вот недавно допрашивали следователя по фамилии, по-моему, Поздняк, которая как раз протоколом оформляла протокол осмотра места происшествия и изъятие вот этого кипятильника, то есть который до нее нашли эти вожатые. Она только оформила протокол. Она даже не могла ответить на вопрос, где, на какой глубине он находился. Более того, она давала совершенно фантастические ответы, когда ее спрашивали: так, это ваш протокол? Она говорит: почерк похож на мой. Понимаете, это просто фантастика. Это так работает наше следственное управление. Поэтому сейчас вот этот кипятильник, который неизвестно каким образом оказался на пожарище, который вот таким вот совершенно безобразным следственным действием был оформлен, и потом уже экспертиза НДКЦ Киевского сказала, что это просто невозможно сейчас установить единство этого кусочка железа с этим проводочком, с этой розеточкой. То есть трассологи не смогли установить, что это один предмет. Оснований говорить, что кипятильник явился причиной пожара, на сегодняшний день юридических, насколько я понимаю, я не юрист, но как журналист, я понимаю, что нет. Но как журналист я задаю другой вопрос. Хорошо, если даже вы докажете, что кипятильник был, что он там выкипела вода, что он выбросился из стакана, упал там на что-то, загорелись шторки. Почему загорелись бревна? И палало так швидко. Нет, есть еще. Я не могу понять, почему бревна загорелись. Ведь что такое державные бутивельные нормы и правила, ДБН? Это правила, которые созданы для того, чтобы как раз вот этот человеческий фактор свести к нулю. Кипятильник — это типичный человеческий фактор. Если он был, конечно, в чем я очень сильно сомневаюсь. Но это человеческий фактор. Но бревна не должны были загореться. Если дом построен со всеми, с соблюдением всех норм и правил, попылали бы там это самое, подымилось бы. Если тут надо начинать с организации электрики. Если правильно организована электрика, рассчитаны пакетники, то при повышении температуры, конечно же, должен сработать пакетник. То есть, в принципе, просто должно было отключить электричество. Просто сейчас люди уже, наверное, боятся этих кипятильников. Если у вас стоят рассчитанные пакетники на 5, на 10 ампер, так как это положено, никогда не приведет даже утюг, он выключается, у него есть терморегулятор, который его отключает. То есть в данном случае до бревен, до всего остального должен был сработать пакетник. И, к слову, организация электропроводки была на крайне низком уровне. То есть на таком уровне, что, в принципе, уже только по этому факту можно было останавливать эксплуатацию здания. Необходимо было это сделать. Проводку хто займався цим питанням? Ті ж підрядники, що і ремонтом, будівництвом?
Да, занималась Укртехстрой, да, эта организация. Но на самом деле проводка по зданию организована относительно цивилизованно. Вопрос в том, что уже расключение пакетников по щиткам и организация заземления, и подключение навесного оборудования, бойлеры и так далее, проводились крайне неправильно. То есть, в принципе, проводилось, ну, я бы даже сказал, преступным путем. Потому что расключение само... были объединены группы потребителей, то есть когда на один пакетник приходят провода с нескольких комнат, для этого приходилось ставить пакетник завышенной силы тока. Естественно, это не рабочая проводка, которая, кроме того, что она не сработает правильно, она еще могла вызывать поражение электрическим током. И это дети. Мы, тобто, повертаємося до справи, з якої почали. Знову ж таки, так? Микола, щодо все ж таки пана Саркісяна, на вашу думку, яка перспектива виправдувального вироку або вироку досить такого легкого, скажімо? Я напомню, що сьогодні обвинення в отношении екс-директора лагеря сформулировано следующим образом. Он обвиняється в совершении трьох преступлений. Это должностной подлог, это присвоение соответствующих средств, совершенной группой лиц вместе с заместителем директора лагеря. И, наконец, это несоблюдение правил противопожарной безопасности, которые выступили причиной возникновения соответствующего пожара, повлекшего такие трагические последствия. То есть, что до третьего намагаются скипятильником замяти? Это позиция... Я не могу комментировать здесь позицию самого обвиняемого и его защиты. С моей стороны, как адвоката, наверное, это будет не совсем этично. Но на самом деле, мне кажется, вот этот акцент на кипятильнике, он, по сути дела, мало меняет позицию самой защиты Саркисяна. Характеризовать и давать какие-то прогнозы в отношении приговора, на мой взгляд, в деяниях, по сути, экс-директора, присутствуют признаки преступления. Минимум — это должностная халатность. Однозначно. Почему? Говоря простыми словами. Не может директор лагеря не контролировать те процессы, которые происходят внутри лагеря. Он не может не знать о, например, срабатывании пожарной сигнализации, то есть ревуна. Да? Он не может не знать о том, что эта пожарная сигнализация не выведена на пульт централизованной охраны противопожарной. При таких условиях молчаливо, пускай даже, допускать заселение детей в такой лагерь, а мы знаем, что это заселение производилось не только в 2017 году, но и в 2016, во время так называемой еще реконструкции лагеря. Безусловно, на мой взгляд, в таких случаях нужно говорить о составе преступления. Вопрос квалификации... Безусловно, он должен решаться уже исключительно в правовом поле. Мое мнение, как представителя потерпевших, мы будем настаивать на привлечении экс-директора, в том числе к уголовной ответственности, но мне бы не хотелось, чтобы у кого-то создавалось впечатление, в том числе у участников этого процесса, что это самоцель тех лиц, чьи интересы я представляю. Мы, безусловно, за расширение круга тех лиц, которые должны понести ответственность. Вы изначально в начале нашей программы говорили или-или поставили вопрос. Это городская власть или сотрудники лагеря. Я бы не стал применять этот термин. Каждый из причастных к этой трагедии должен понести ответственность в рамках того, что он совершил. Безусловно, это не должен быть только один лишь директор лагеря. Но давайте говорить по факту. На сегодняшний момент к нему применена мера пресечения, самая строгая мера пресечения в виде содержания под стражей. И все напоминает то, что правоохранительная и судебная система выбрала именно этого человека для того, чтобы применить к нему реальное наказание. Можем ли мы со своей стороны это поддерживать? Однозначно нет. Почему? Потому что, опять же, то, о чем мы сегодня уже говорили, да, не хочу применять этот термин «кость», брошенная общественности, но, к сожалению, это так и выглядит. Есть жертвы, должен кто-то сидеть за решеткой. Чтобы круг этих лиц не расширялся,
Как минимум одного мы должны туда отправить. Я сейчас во многом говорю не как адвокат, наверное даже, да? Но уже достаточно длительный период времени, в котором, во время которого я принимаю участие в целом ряде уголовных производств. Ведь это ж мы насчитывали порядка 10 уголовных производств, в одно время объединенных, выделенных в отдельное производство уголовных дел. Поэтому, смотря в комплексе на эту проблематику, могу сказать, что картина складывается не самая радужная. И однозначно мы продолжим свою работу в отношении привлечения к уголовной ответственности других лиц. Для меня просто кощунственным является то, что, например, исполняющая обязанности директора лагеря являлась сотрудница этого лагеря, которая в суде под присягой, будучи допрошенной, сама призналась о том, что она отключала пожарную сигнализацию. Вопрос, опять же, к Департаменту образования и науки Одесского городского совета. Как такое лицо можно назначать, даже исполняющий, временно исполняющее обязанности? У мене дуже багато питань і надто дуже бентежить щодо міськради те, що ті компанії, які поки що не на лаві підсудних, ми кажемо про «Моноліт», ми кажемо про «Югстрой», так? Вони досі беруть участь у тендерах міськради, вони досі виконують роботи по місту, вони досі отримують в оренду дуже ласі шматки міста, так? Використовує канатну дорогу, використовуючи пляж канатна дорога, заробляючи гроші на одеситах і на місті. І мерія з широко розкритими очима продовжує співпрацювати з тими, хто вже заплямував свою репутацію. Когда я писала вот эту статью, я наткнулась в интернете на документы, которые владелица «Монолита» Любовь Резникова предоставила в 2017 году, уже буквально через... В сентябре был пожар, в октябре 2017 года предоставляет ВУКС о том, что она несудима, о том, что она не находится в реестре лиц, которых совершили коррупционные деяния. И она участвует в тендер на реконструкцию фасада школы, насколько я помню, 89-й в Киевском районе города Одессы. То есть не просто они участвуют в тендерах, их продолжают подпускать к детским учреждениям. Но горсовет — это не единственное место, где эти люди, так сказать, получают подряды. Они получают подряды в других учреждениях, и государственных, и негосударственных. Это многомиллионные подряды. И везде они во многих они участвуют вот так парами. Об этом знают все прекрасно, что нарушается тендерное законодательство. Тем не менее, это все продолжается. На жаль. Ми вичерпали наш час, підбиваємо підсумки інтерактиву. Питали одеситів про те, хто має відповісти за трагедію Вікторії. Керівництво міста 62, так, підкажіть мені? 82% вважають, що саме так. Миколо, якщо обирати між двома цими варіантами, напевно, це думка одеситів досить справедлива. Все ж таки. Я б не став лише одну категорію виділяти. Несмотря на такой достаточно убедительный процент проголосовавших одесситов, безусловно, не только сотрудники мэрии должны приобрести статус подозреваемого, а в последующем обвиняемого и осужденных по этому делу. Дякую вам, що прийшли поговорити на таку важливу для міста тему, зважаючи про те, що Григо Микола, що пожежі продовжують трагічні ставатися у нашому місті. На жаль. Говорили про справу Вікторії сьогодні з Тетяною Герасимовою, журналісткою, Миколою Стояновим, адвокатом потерпілих при пожежі дітей, та Владиславом Балінським, головою громадської організації «Зелений лист». Дякую, що були з нами.